Большой привет вам от паразита, паразиты. Сейчас вы услышите две баллады, первая из которых будет эпиграфом ко второй. Из ворот выезжают три витязя в ряд, увы. Из окна три красотки вас следом глядят, прости. Напрасно в боях они льют свою кровь, увы, разлука пришла, и девичья любовь, прости. Уж три витязя новых в ворота спешат, увы, и красотки печали своей говорят, прости. Михаил Юрьевич Лермонтов. Лермонтов Михаил Юрьевич. Над морем красавица дева сидит, и к другу ласкаяся так говорит: достань ожерелье, спустись на дно, сегодня в пучину упало оно. Ты этим докажешь свою мне любовь. Вскипела лихая у юноши кровь, и ум его обнял невольный недуг. Он в пенную бездну кидается вдруг. Из бездны перловые брызги летят, и волны теснятся и мчатся назад. И снова приходят и оберег бьют. Вот милого друга они принесут. О, счастье! Он жив! Он скалу ухватил! В руке ожерелье, но мрачен как был. Он верить боится усталым ногам, и влажные кудри бегут по плечам. Скажи, не люблю и люблю я тебя? Для перлов прекрасной и жизнь не щадя. По слову, спустился на черное дно. В коралловом гроте лежало оно. Возьми! И печальный он взор устремил на то, что дороже он жизни любил. Ответ был: о, милый, о, юноша мой, достань, если сможешь, коралл дорогой. С тоской безнадежной молодой удалец прыгнул, чтоб найти иль коралл, иль конец. Из бездны перловые брызги летят, и волны теснятся и мчатся назад. И снова приходят и оберег бьют, но милого друга они не несут. Спасибо.